Здравствуйте, как обычно в конце месяца я показываю свои орхидеи, но сейчас было столько всего, что не успела показать. Вот показываю в начале, первые числа мая. Ну вот эту вот, этот адентоглошум я купила на выставке, кто смотрел, тот помнит. Растения, которые только набирают рост или были больными, я покажу в другой раз. Здесь у меня, конечно, не орхидея, а резема. Вот посмотрите, как она выросла. У нас ветерочек дует и листьев нанесло опять. Видите, по всей вероятности, это листик. Но там внутри что-то есть. Я не знаю, посмотрим, когда полностью оболочка раскроется. В общем-то, на змею похож. Ну, вот здесь такая смешная псевдобульба, которая была с цветком. Вот она, видите, без корней абсолютно. Ну, я ее просто держу, посмотрим, что тут будет. Из моих цветущих пока только фаленопсисы, больше ничего нет, нового здесь нет. Как вы помните, здесь был еще один белый фаленопсис цветущий, но я его отдала на временное поселение одному аптекарю. Он необычно убивает орхидеи, потом приносит на восстановление. Но потом я ему снова отдаю и снова забираю. В общем, вот такой процесс у нас. Здесь вот такая еще осталось два цветочка. Здесь тоже мои орхидеи с выставки. Как вы видите, распускаются бутончики. Здесь вот тоже. Пахнут они прекрасно. Запах очень нежный. Посмотрим, все ли бутоны раскроются, потому что есть еще и новые, как вы видите, цветочные стрелки. Есть еще. Ну, посмотрим. Здесь вот в моем флорариуме пришла в движение вот эта вот орхидейка. Помните, мини? И вот цветоносик выдала. Тоже приятно. Значит, скоро зацветет. Ну, вот это... У нас не орхидея, но тоже расцвела очень красивая. Здесь тоже у меня бегония. Вот так вот расцветают очень красиво, скоро переедут. Ну, вот такие вот новости. Вот здесь я вот так пока приспособила эти три тиланси в Швеции. Посмотрим, может быть так оставлю, может быть еще как-то пересажу. Пока вот такие новости о моих... орхидеях и не только. Спасибо. Если вам понравились мои цветы, ставьте лайк.